Приветствую вас. Я думаю, что для начала было бы неплохо, если бы вы для себя ответили на вопрос, какова причина всех ваших страхов. Вот. Совершенно очевидно, что вы пытаетесь себя от чего-то защитить. Вот. Совершенно очевидно, что вы пытаетесь себя защитить от чего-то, совершенно очевидно, что вы стремитесь к этому, к тому, чтобы себя от чего-то обезопасить. Вот. Но вопрос заключается в том, от чего? От чего вы пытаетесь себя обезопасить? Чтобы что? Ага, мне думается, что вот это вот чувство угрозы, которое у вас есть, оно и мешает вам, собственно, раскрываться перед другими людьми, свободно заниматься, хочется верить, любимым делом и так далее. И, в общем-то, в основе, как я думаю, лежит чувство стыда, то есть вы себя стыдитесь, вы себя боитесь, вы себя не принимаете, такой, какая вы есть, вот. А считайте, что должно быть другой, считайте, что должны быть другой, должны вести себя по-другому и так далее. Вот. То есть идея здесь, она такая, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. В принципе, я думаю, что вот вообще, вам можно ответить именно так. В общем, если говорить, что вам можно ответить именно таким образом. Только. Со страхом работают, страх раскрывают, исследуют, изучают, корректируют отношение к себе, корректируют отношение к другим. Вот. Поэтому если вы хотите свои вопросы решить, если вы хотите избавиться от страха, да, вот, то вам нужно обратиться за личной консультацией к психологу, потому что только так вы сможете реально свои проблемы решить. Повторюсь, реально. Именно реально. Вот. Вы пишете, очень боюсь опоздания на учебу. В чем страх? Боюсь транспорта, в котором много людей. У вас социофобия. Опять же, это нужно исследовать, да, исследовать, ну, с чем это связано. Почему вы боитесь людей? Вот. Возможно, здесь все дело в том, что у вас нет личной границ. То есть вы себя не ограничиваете от других людей. И другие люди вас, по сути, подавляют. Вот. Ну, как вот мне видится, вот. То есть здесь вот нужно работать над этим, вот. А также, мне кажется, вы очень сильно ориентируетесь на других людей и не доверяете себе, не доверяете своим чувствам, либо. Так что обращайтесь за личной консультацией, и мы вам обязательно поможем.
Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обратите внимание, что вы не задали вопросы, то есть непонятно, что вы хотите получить от психолога. Вот. Соответственно, есть подозрение, что вы как-то вот не готовы к тому, чтобы работать. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.